Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня я покажу, что можно перемалывать на кофемолке. Ну да, в принципе, как перемалывать можно все, но мы будем с вами пробовать всего по чуть-чуть перемалывать. И первое, что у нас будет, это кориандр цельный. Здесь 15 грамм, мы возьмем 3 пакетика. Чуть-чуть остались вон. Кстати, горошины вижу я. Вроде уж я так прям старалась, но чуточку осталось. В принципе, честно говоря, я люблю, когда половиночки еще попадаются, помимо перемолотого. Так, сегодня мы с вами перемалываем петрушку. Конечно, у меня ее мало было, побольше. Всего лишь вот столько. Не знаю, конечно, может быть, ее можно разломить совсем, но она не будет, наверное, настолько мелкой. Мне все-таки ее интересно перемолоть. Вот. Даже если ее мало, как это получится. Короче, даже чуть-чуть еще осталось. Довольно было сложно перемолоть, очень мало, вот что получилось. Аромат пошел прям петрушки такой, петрушки. Получилось совсем чуточку. Так, теперь мы с вами будем сушить укропчик вот такой вот. Такой немножечко, правда, палочки вот они есть. Ну, вот такой прям это. Также в кофемолке можно перемолоть чесночок. Как я его засушивал, чесночок, есть отдельный ролик. Давайте попробуем. Рассыпчатый, вкусный, добавляется, ну, срок годности, я думаю, года 2, наверное, точно будет. Вот. Ну, лучше, конечно, есть побыстрее, чтобы потом ваши труды не выкинуть куда-нибудь на помойку. Вот, и переходим мы с вами к следующему. Что еще можно перемолоть на кофемолке? Так, сегодня я хочу перемолоть зеленый лучок сушеный. Вот такой у меня есть лучок. Сушила его в сушилке. На него есть отдельный ролик, как я это все делала. Там же на канале на YouTube. Вот, чуть-чуть ниже можете посмотреть. И сегодня я хочу его перемолоть. В принципе, он крошится. Вот, но я хочу, чтобы он был у меня мелкий. И мы его сейчас будем с вами закладывать. Вот, также я скажу, можно добавлять их в салат. Вот я там перемалывала до этого. В этом же ролике есть петрушку, укропчик. Я их добавляю в салатик. Допустим, мясо там я делаю, котлеты. В котлеты добавляю. Вот, на картошечку, например, посыпать. Мне очень нравится. Очень вкусно. Ну вот она, в принципе, перемололась. Не буду я ее, наверное, делать прям в мелкий порошок.
В принципе, иногда даже очень вкусно, когда попадаются маленькие листочки, комочечки какие-то мягенькие, чем совсем, когда прям порошок. Сейчас мы с вами сделаем немножечко по-другому еще. Ее нужно переложить вот сюда, и для этого ее нужно включить. Вот так, смотрите, как это делается. Вот, вуаля! И она тут. Идет такой пар. Видно вам? Вот прям вот тут сейчас только что было видно. Вот, получилось ее вообще прям очень мало. Такие маленькие комочечки, листочки, козявочки всякие. Так, и наконец, сегодня мы с вами перемалываем полбу. Вот такая у нас алтайская сказка. Полба в таком пакетике, если кому-то понадобится вдруг. Вот. Так вот она выглядит. Семенами. И говорят, семенами такими это ее варить очень-очень долго. И она не очень вкусная. Поэтому сегодня я хочу попробовать ее перемолоть в кофемолке. Так, ее мы отставляем в сторону. Поближе. Нам понадобится где-то 50 грамм. И ее вот так вот высыпаем. Так, ну вот, смотрите, как я перемешала. Не в пыль, конечно, но маленькие кусочки, комочечки такие есть, как кукурузная крупа. Наверное, покупали, ели, да, вот примерно она получилась точно такая же. Вот, некоторые где-то чуть-чуть не промололось, пару зернышек, но пришлось прям ее так хорошенько потрясти, чтобы они попали под ножи, чтобы перемолоть. Вот, и на этом я заканчиваю свой ролик. Предыдущий вы видели, сколько всего мы перемололи с помощью этой кофемолки, которая, кстати, кофемолка, между прочим, чтобы перемалывать кофе. Но на самом деле на ней можно перемалывать абсолютно все. Все, что угодно. Но только сухое. Жидкое я... Не знаю, ну, в принципе, тоже, наверное, можно, потому что я ее мыла. Вот. И сюда, в принципе, вот тут не попадает. Там все герметично. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие ролики, посмотрите обязательно обзор, я делала на эту кофемолку, обязательно посмотрите. Вот, и всем пока-пока!